Академия массажа Микулина Андрея Леонидовича. Hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving, nor where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting. Tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park.
hardest to try. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how. How I felt, and she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years, and the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving. They're always
Так, вы из камеры пока не уходите, мне вам парочку вопросов задать надо все-таки. Традиционных. На камеру без звука не пишется. Нет, звук сейчас вот этот кусок останется. Алексей, спасибо, мне понравился массаж, более-менее все-таки как начальный материал, вы мне понравились, как ни странно. А вот, мне бы хотелось вас спросить вот что. Первое, чего вы хотите достичь? План ваш какой? Ну, профессионализм, плавность движения каких-то. Плавность движения? Да, да. Я вас научу плавность движения, профессионализму. Вот, каким видом массажа вы хотите овладеть? Антицеллюлитом, работа с телом. Да. Ну, общий. Общий. Лимфодренажный. Лимфодренажный. Банки нравятся. Спортивный. Медицинский. Лечить. Тоже хотелось бы. Понятно. Ну и риторический вопрос, почему именно ко мне? Почему Андрей Михайлович? Ну, Воронежа много. В школу в YouTube наткнулся, мне видео понравилось. Видео понравилось. Да. Хорошо. Ну, я был по другим школам, хотел, не буду называть, да, понравилось именно то, что я увидел здесь. Хорошо, ну, посмотрим через месяц, как ваши ожидания оправдаются, не оправдаются. Будем работать. Gossiping in the back of their limousine.